Покрутим, может быть, накрутим на коллаж. Гейсик. И так. Да ладно, да ладно! Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. Я, как вижу, все открывают новый кейсик. Ну что, для тебя я подготовил 20 кейсов, которые вместе с тобой мы сейчас откроем. Интересно, присаживайся поудобнее. Но перед началом залетаем на сайт hellstore.net. И как мы видим, CoinFlip — это новый режим. Подбрось монетку и испытай свою удачу. Я вижу, Козырек хочет со мной сразиться. Окей, я согласен. Нажимаем войти, купить, подобрать предметы и вступить. Окей, 9 секунд до начала. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я верю в свою удачу, хотя шансы всего лишь 49%. Ну, давай, 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 родной, и... А, не сегодня Козырек меня победил. Ну чё, Шелби, в следующий раз мы с тобой встретимся. А для тебя я подготовил очень сочный подгон. Залетай на сайт hellstore.net, вбивай мой промокод Сайбербанана и получай 60 центов. Все ссылочки в описании. Этот кейс дико похож на кейс, который был недавно. Это расколотая сеть. На самом деле разработчик внес сюда небольшую пасхалку. Посмотри на кейс. Ты видишь? Разбитая расколотая сеть означает, что все ножи, которые были в расколотой сети, которые стоили нереально долго, теперь легко можно выбить, ну, сам видишь, вот в этом кейсе. Ну что, ребят, поехали, посмотрим, что есть внутри. Про ножи я уже сказал, это все то же самое, что в расколотой. А мы сейчас посмотрим, какие есть интересные пушки внутри. И, может быть, что-нибудь даже и потом выбьем. Окей, поехали. Ну что, сразу я вижу интересный очень АК-47. Пушка. На самом деле, реально очень выглядит. Особенно я люблю желтый цвет, поэтому для меня эта пушка действительно достойна. После чего я вижу дигл, на самом деле очень скучный, тот же самый механопушка примерно, поэтому ничего удивительного, что его цена дико упадет, как, наверное, упадет и все. Разработчики радуют каждый раз просто. Ну, это типа градиент, на самом деле, глока, только с глазками. Не, я такую не хочу себе, вообще неинтересно. Так, это... задумка, на самом деле, М-ки интересная. Как будто, ну вот последняя карта вышла, вот это болото, да. Вот, наверное, болото, оно здесь и есть. То есть, не айс, вообще не айс. Я вот, если посмотреть XM, тоже такое себе. Ну вот это, может быть, как-то интересно выглядит. На самом деле, переиграв немножко Fortnite, я понимаю, что вот такие цвета уже берутся, мне кажется, от сторонних игр и так далее. Ладно, не буду об этом говорить. Я вижу, что ничего интересного в этом кейсе нет, кроме, наверное, АК-47. Ай, блин. Еще раз, ребят, это габелла, конечно, нет. Ну, серьезно. Ты же еще в руках его постоянно будешь на себя брать, и эти глазки будут варить, делают такая хрень. Все, ребят, кроме как калаш и ножи, здесь нет вообще ничего. Поэтому, ребят, потратил я порядка 10 тысяч рублей. Конечно, чуть больше, я просто округлил, чтобы вам не париться и чтобы как бы никому не соврать. Так, ну что, полетели первый кейс, и сначала надо его потрясти, послушать, что там есть, и погнали. Кейсик, родной, дай сил, дай удачи, дай энергию. Камаз прилетел! А, ну это, я понял, это замануха, замануха. Ну да, да, бизончик на самом деле не айсовый. Сейчас я чуть-чуть еще потише сделаю, мне кажется, что чуть-чуть по ушам, наверное, бьет. Вот так будет вообще классно. Поехали, ребят, следующий кейсик. Ой, как волнуюсь, если честно, ну блин, хотя бы отбить, отбить надо. Поехали, давай сразу этих 19 купим, чтобы я потом больше сюда не залазил. Авторизоваться, естественно. Родная. Родная, дай сил. Поехали, родная, хорош. Так, потрясти кейсик, послушать, пошумело ли. И что у нас есть? Ну, хотя бы вот это-то дай. Опять синева, е-мое. Ну, вот это вообще скучно, то есть... Ну, поинтереснее можно было. Давай с ключа начнем. Кстати, напиши в комментариях, интересна ли тебе тема кейсов, крафтов и так далее. Если да, конечно, мы с тобой вместе будем открывать, и в комментариях ты будешь писать, что тебе интересно, чтобы я это все делал. Все понял? Ну и лайкусик прожми. 1000 лайков, и я буду знать, что тебе вообще заходит такая тема. Открыть контейнер, поехали, шуми, тряси, тряси, тряси. Родной, давай, хороший. Давай что-нибудь. Ну, опять синева. Слушай, третья синева подряд. Раз, два, три. Синева. Не айс. Ну, попробуем с этого ключика и, наверное, еще раз потрясем. Может, с этой стороны поставить? Расколотая сеть. Расколотая сеть нам говорит о том, что не сегодня. Точнее, убийца расколотой сети. Будем его так называть. Расколотая сеть тоже там что-то дешевеет. Ладно, ребят, я вижу пока опять ничего. Может быть, надо посмотреть парочку сейчас. Я знаю фишку, где реально за что потом тебе прилетает хотя бы фиолочка. Так, есть. Есть контакт. Ну, акула, там внутри в желудке еще что-то есть.
Да. Блин, ну угарнули на самом деле разработчики с этим кейсом, честно говорю. Видимо, кто-то дома сидел, было очень скучно. Ему сказали: слушай, сделай кейс так, так и так, и все. Он на быструю руку это замутил и пошел дальше гулять, как бы. Опа, статрек прилетает. Ну тоже, на самом деле, ничего интересного в этом P250 нет. Я думаю, что это очень все дешево. Поэтому давай сразу, не будем томить, сразу открываем следующий кейс. И барабанная дробь, давай, родной, давай, 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 давай. И снова синька. То есть, что мы сейчас видим? Вообще, P90 не алё. Что мы видим? Раз синька, два синька, три синька, фиолка, синька, синька. По сути, сейчас должно быть красное. Поэтому давай. Сейчас посмотрю вот так, этот, ну, чтобы как бы замотивировать Counter-Strike, мне выдать все-таки ништяк какой-то. Окей, поехали, открыть контейнер, и давай калаш, мне нужен калаш. Фиолка пролетела, видел, ну как бы все. Ну вот этот опять бизончик, как бы не алло, опять же. Окей, поехали. Молчание — знак золота, как говорится, но это, наверное, не в моем стиле. Окей, опять P250, теперь не статрек, и это тоже на самом деле шляпа. Как мы видим, все дает нам синьку. А, ребята, ютуберы, как вам выпадало с этого кейса что-то интересное? Не знаю. Окей, летим еще раз. Может быть, мне не стоило на самом деле покупать сразу... Так... Так, 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 ну что, здесь даже изоленты какой-то замотали снизу. Опа, парень! Здорово, че злой такой, напряженный. Ну, кстати, задумка интересная. На самом деле интересная, но все равно не то, что я бы хотел, как и вы тоже, да, ребят? Поэтому погнали, погнали, погнали. Следующий кейсик. И так, 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 так. Да ладно, да ладно, да! Нет. Я просто забайтил это, чтобы в начале ролика вставить. Но как видим, Макс 7, как бы, тоже мы что уже видели, ничего интересного в этом Макс 7 нет. Поехали, следующий кейсик, открываем и открываем. Так, 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 так. Ну теперь-то, ну теперь-то, да, опять же нет. Ну, кстати, статрек. Мейнфрейм. Называется так этот SSG. На самом деле ничего интересного в этом тоже нет. Давай попробуем снова с кейсика. И попробуем в этот раз открыть вот такой вот. Буду ждать, как обычно, говорить вот-вот-вот, что же нам даст в этот раз. И мы снова видим парнишку, которая говорит: эй, слышь, что ты кейсик кривой? Ладно, поехали дальше. Это шутки из 90-х. Погнали, барабанная дробь. И что же в этот раз? Блин, я уже на самом деле почему-то, ну, как бы питаю надежды. Но не... О, ля, опять тоже статрек. Похоже, знаешь что, на вагон какой-то, да? Реально вагон. Расписанный. Да, так оно и есть. Питаю надежды, на самом деле, что под самый конец мне что-то интересное из красного выпадет. Ну, дигл мне нахрен тогда. Лучше калаш, либо, ну, сами понимаете, так, блин, жалко, что нельзя особо прием посмотреть. Можешь потыкать, потыкать, потыкать. Потру, на удачу. Давай. Эй, Джин. Билли Джин. Ладно, тише. Поехали, открываем. Так, давай, родной. Давай, я ж потер. Опять на этого чела нарвался. Эй, что ты меня там... Ладно, едем дальше. Летим, поехали. Так, окей. Ну что, осталось совсем немного кейсов и, наверное... Сколько раз уже потер руки, уже мозоли натер. Ну давай, родная, давай, ну. Ну, вот галич какой-то прилетел. Это тоже не то. Раз мне вот эти вот всякие фиолочки дают, я, значит, все, это забей. Феникс на самом деле написано внутри, а так со стороны выглядит очень и очень скучно. Особенно мне напрягает, знаете что? Когда с другой стороны тебе отзеркалино пишет то, что написано здесь. Это на самом деле настолько глупо, наверное. Просто можно как-то... Ну, я не знаю, как это объяснить, но это очень глупо выглядит. Ладно, поехали дальше. У нас осталось 4 ключа и кейсика. Ну, дай. Блин, дай мне красный калаш, и я уйду. Блин, меня да опять этот... смотри, слышишь, статрек. Мак, си. Ну, это все хрень, на самом деле. Ну, может быть, один стат я себе оставлю, мак. Буду пока с ним катать, хотя, наверное, лучше слить, потому что в цене все упадет, абсолютно все, ребят. Так что не халдите эти скины, кроме как ножи. Ну вот, и прилетел P2000, который абсолютно не интересен. И, наверное, ну, даже как-то скучно выглядит. Поэтому, ребят, остается 2
ключика. Но перед этим хочу вас попросить. Ребят, обязательно прожми лайк, подпишись, напиши комментарий, что тебе интересно в дальнейшем, что ты хотел бы от меня услышать, увидеть. Я все читаю, со всеми общаюсь. Также Дискорд-канал, Инстаграм, ВКонтакте, CSGO Мимас, вообще все пушка специально сделана для тебя. Поэтому давай, дружище, в описании абсолютно все ссылки. И на Hellstore тоже там ссылочка есть. Все, полетели. Два ключика. Давай, родная, давай, давай. Надо своим подписчикам, своим зрителям показать, что это действительно рабочий кейс. Ха, в обратную, вы поняли, о чем речь, да? И что, ребят, последний кейс. Давай, сделаем секундную паузу, вот просто на калашик покрутим, может быть, накрутим на калаш, подкрутку от Гейба калашика сделаем. И полетели, пацаны. Спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрел до конца. В следующем видео обязательно для тебя сделаю розыгрыш. А, кстати, завтра, как вы видите, выпадает хрень. Но завтра, да, не успел договорить, у нас будет розыгрыш на 17 тысяч рублей. В описании тоже там написано «конкурс», залетай туда, смотри. Вот это все, как бы, давай, дружище. Подгончик для тебя, там, ножи, калаши, все будет для тебя. Смотри, в описании, я уже сколько раз сказал, в описании посмотри. Как ты можешь заметить, не окупились вообще. Закончили на вот этом СГ, выпало куча много синевы, не окупился даже в половину, там, может, фиолетовый. Или как они называются, вот эти вот тоже хрень полнейшая. Хотел, конечно, выбить АК и, конечно же, хотел получить какой-то ножик. Ничего, не расстраиваюсь. В следующий раз обязательно что-то получится. Поэтому от тебя просто прошу одно. Лайк, подписочка, колокольчик, комментарий и все. Посмотри, кстати, вот это годное видео. Я с тобой прощаюсь. Мне было приятно, что ты досмотрел до конца.